Приветствую всех, Одесса на связи, 19 мая 2024 года. У нас очередная воздушная тревога, объявили ее в 16:28, причина – угроза пуска авиационных ракет, над акваторией Черного моря летает вражеская тактическая авиация. Плюс была информация о том, что в области летает разведчик, где-то в районе Белгороднестровского района. Очень часто, когда летает разведка, наносятся ракетные удары, либо авиационные, либо баллистические. Поэтому тревогу не игнорируем, лучше пройти в укрытие, находиться в безопасном месте. Вот. Пока что все тихо, по поводу пуска информация не поступала, взрывов никаких не звучало ни в городе, ни в области. Такая вот у нас обстановочка сегодня неспокойная. Всю ночь атаковали шахедами, 20 штук только сбили в Одесской области. Ну, в Одессе и в Одесской области. И вот сейчас снова есть угроза. Ладно, я на связи. Сейчас могут сбивать разведку, может быть громко, поэтому не пугаемся. До встречи в новых видео, пока.